Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Digimon Cyber Slave Hacker's Memory. Итак, в общем-то, хотя давайте перед в начале. Так, мы переоденем футболку. Новый костюм оденем. Блин, спереди, конечно, футболка смотрится как-то стрёмно, а вот сзади уже неплохо. Кстати, этот плащ-худи висит на двери. Итак, в общем-то, в конце прошлой серии, когда я сдал квест и получил уже награду за квест, мне кто-то позвонил по телефону, и там что-то продолжалось, короче. Возможно, мне придется сегодня идти к Эрике в больницу, а возможно и нет. Ну, сейчас посмотрим. Короче, сейчас завершаем квест. Так, отлично. И вот, меня специально выбрасывают, потому что звонок. О, этот номер передачи. Это я. Я полагаю, розыск идет хорошо? Значит, Каяба тоже не был тем парнем, а? Затем я назову вам название следующей цели. Вот так вот правильнее было бы сказать. Как именно? Как именно выбрать цель? Почему вы спрашиваете о таком? Судя по всему, вы начали сомневаться в подлинности Муинтел. Хотите встретиться лично и поговорить? Полагаю, это означает, что ты не поверишь мне, пока не поверим. Ты выглядишь отличным хакером, достойным моего доверия. Это правда. Очень хорошо. Поговорим лично. Отлично. Увидимся завтра. Я буду ждать в Эден, Open Spice. Завтра, да? Не знаю, что будет лучше. Подготовиться соответственно. Нужно подготовиться соответственно. Так, наступило завтра, да? Пора, я пойду в открытый космос. Так, мне нужно в Эден залогиниться и идти в открытый космос, ну или спайс что-то там. Вы можете перейти к Эден открытое пространство прямо сейчас. А, открытый космос, это типа Open Space, типа открытое пространство. Но вроде там как-то по-другому было написано, не Open Space. Кей еще нет, похоже, я был прав, когда попросил совета у Читоса. Как бы вы перехитрили хакера, личность которого вы не знаете? Вы должны устроить ловушку и устроить им засаду. Все это знают. До встречи еще есть время, а пока я установлю вредоносную программу, которую позаимствовал у Читоса. А что? Предупреждение о безопасности? Вход запрещен в неустановленного времени? Развертывание безопасности. А у меня тоже такой дигимон есть. Ничего себе. Вот это мощные дигимоны. Было бы забавно, если бы у меня тоже вот этот вот дракон был. А, кстати, он у меня вроде с собой. Конечно, я в этом не уверен. Ну так, огонь против огня будет неэффективно. Ладно, давай вот так вот. Огненный лис. Взрыв пламени 2. Слушайте, они довольно-таки больно бьются. Так. А надо кого-то парализовать. Следующий он ходит. Давайте попробуем его парализовать. Причем он дважды ходит. Мы промахнулись. Капец.
Так, водяная атака нам в любом случае пригодится. Против огненных дигимонов. Отлично. Так, я думаю, что нам нужно подлечить Веспамона. Ну правильно, они же все вакцины, поэтому и по Веспамону такой урон проходит. Так, ладно, давай просто так его атаковать. Так, отлично. Давайте сначала попробуем вот эту вот огненную птицу. Бёрдамона. Кажись, я знаю, что это за дигимон такой. Я его видел на картинке. Я еще тогда, когда смотрел эволюцию, в каких дигимонов может эволюционировать мой дигимон, я сказал то, что есть какая-то птица странная, она похожа на легендарного покемона. На одного из легендарных покемонов, которая типа птица. И, скорее всего, это вот он был. Так, еще раз. Так. Так, отлично. Ну, давайте попробуем каменную атаку. А, блин, точно, можно было огненно. Он же не огненный. Сработало. А, блин, Фанбимон, я же... Блин, он у меня в команде висит. Я его не эволюционировал. Сейчас бы другой дигимон уже бы прокачивался бы. Здесь установлена охрана. Может ли это значить... Демон? Эй, ты ведь рано приехал, пришел, не так ли? Я был прав, сделав первый шаг. Слушай, я знаю, что ты хорош, но тебе следует отказаться от нападения на меня из засады. Считай это дружеским советом. В конце концов, я не хочу терять будущего партнера по бизнесу. Тем не менее, нет ничего плохого в осторожности. Я бы даже назвал это желательной чертой для хакера. Желанной чертой для хакера. Вот почему я пришел к выводу, что что ты достоин доверия, человек. Поздравляю, ты сделал оценку. Вы сделали оценку. Ты сделал оценку. Получи это, чтобы отпраздновать приглашение к рождению настоящей легенды. Получен URL-адрес логова демонов. День рождения демона. Отправляйся сюда, в общественное время встречи. Обязательно возьми с собой эту маску демона. Пока мы не встретимся снова. Эта маска такая же, как те, что носили Мефисто и его друзья. Кей, вы как-то связаны с аккаунтами? У меня нет другого выбора, кроме как принять его приглашение. Так, что там мне пишут? Какой дигимон не имеет крыльев? Trees on form, Iceland have fruit. Так, что-то дерево на ферме, на острове имеет фрукт. Ты можешь шейков, типа, собрать его? Не ешь слишком много. Реально? Что за тип этот фрукт? Cold it be. Блин, надо телефон взять и переводчик включить. Действительно? Какие это могут быть фрукты? Покажи мне в следующий раз, когда мы пойдем на ферму.
сейчас я на всякий случай. Так, на деревьях на ферме Айленде есть плоды, которые можно стряхнуть. Однако не ешьте слишком много. Ну да, я почти так перевел. Так, и что? Куда мне сейчас? Я получил URL-ссылку. Мне сейчас нужно отправиться туда. Вы можете перейти к логово демонов прямо сейчас. 404. Логово демонов, отлично. Кстати, чем-то... тестирование, ла-ла-ла-ла-ла. Дьявольский голос. Кстати, вот это вот меню в Эдене чем-то напоминает меню в PS3. На PS3, так. Хотя, наверное, это можно было и не озвучивать. У вас есть взрыв? У вас здесь отрывок? Вы светитесь с демонами! Вы светитесь с демонами! Я говорю, хей! Вы должны быть, задаетесь вопросом, кто сегодня на этой сцене звезда? А, меня зовут Джимми Кен, детка! Да, я Джимми Кен! Куда это я попал? Я не понимаю, что, черт возьми, случилось с его телом. Что могло сделать его таким? Кстати, а почему я одел старый костюм? Я специально одел новую футболку. Для чего мне поменяли костюм на старый? А мне страшно. Все, что я чувствую, это страх. Кто такой? Вы не зажигаете? Вы один из новичков? Кстати, в какой-то степени Киусуки, за которого я играю, очень сильно палец, потому что, во-первых, вот эта хакерская группировка демоны, у них прям вот есть демон. Кстати, у меня тоже такая футболка есть, и мне нужно было, наверное, ее лучше одеть, но тут, типа, по сюжету у меня почему-то персонаж переоделся и одел именно плащ худи. Худи это тоже хакерская группировка, но типа другая. И он палится очень сильно. Тогда день рождения демона будет вашей первой встречей. Прекрасно, какой способ так увековечить этот случай? Я так накачан? Я так взволнован, наверное. Послушайте, это высшее руководство массивной хакерской группы Заксон и глава нас, демонов. Настоящая звезда хакерского мира, The Jimmy Ken, Йохао! Хорошо, хорошо! А теперь послушайте мой демонический голос! Сегодня демонический день, демонический фестиваль демонов, для демонов и демонов! Спасибо всем, что пришли на демон... на день рождения демона. Это мой стиль, раскачивать дом вместе с аудиторией. Йоу! Являю... А, нет. Йоу, наверное, он сказал. Ты? Йоу, ты... готов? К... камню. А, к року. Видли... А, сейчас попробую это перевести через переводчик. Странно, но он не хочет его переводить. Он не хочет этот текст переводить вообще. Сейчас. Да блин, у меня что-то переводчик заглючил. А, видли. А, может это какой-то мотив? Что-то это похоже на какую-то песню. Нет, видли.
Ну ладно, я не буду это читать. Ты понимаешь, что я кладу? Ты понимаешь, что я говорю? Знаешь, я пытался бороться за какие-то дьявольские поступки. Но Джимми Кент не может сделать это в одиночку. Нет, он Кент. Понял? Шучу, вы все. Но теперь пора серьезно. Слушайте, панки, с этого дня вы не просто собака, которую зовут Заксон. Порядок Эден? Кто дает флип? Заксон? Страх Заксона? Кто чертовски пердит? Да. Ну, здесь я, короче, не знаю, что могло бы быть написано. Ну, тут написано Заксон. Он их, похоже, обозвал. И Хонор? Страх? А, честь! Подожди, Хонор, это же честь. Мы самые крутые! Мы лучшая гребаная хакерская команда! Назови наше имя! Мы демоны! У нас есть сила подземного мира! Мы демоны! Пришло время показать миру, о чем демоны говорят. Да! Мы демоны! Лучше. Давай подыграем. А то меня раскроют. Ну вот, видите, у них у всех на спине написано то, что они демоны, а у меня худи значок. Меня же сейчас раскроют. Ладно, милашки, я дам вам несколько супердьявольских миссий. Вы все накачаны для своей первой миссии демонов? А, вы все готовы к своей первой миссии демонов? Вы там! Можете ли вы распространить красочную рекламу в Коулоне и в формировании демонов? А формирование демонов? Да, я могу! Да, ты можешь! Эй, ты там! Ты возвращаешься в реальный мир? Ты слышишь? И продай 500 копий нашего нового сингла. Эпхимира. Давайте попробуем это перевести. Что-то камера не распознает текст. Давайте попробуем сфотографировать еще. Так, сейчас. Так. Что-то он не хочет это переводить никак. Английский, русский, он не хочет это переводить. Короче, это название альбома по лучшей цене. Да, я могу! Да, ты можешь! Следующий! Эй, ты там! Я что ли? У меня такое чувство, что ты совсем не в восторге. Ой, это неправильно. Вот почему я даю тебе особую миссию. Эй, мужик, дай мне на секунду этот дигивайс. Получен URL-адрес форума Заксон. Ты собираешься шпионить за Саксоном для нас. У меня для тебя 5-дневная поездка. Если что-нибудь случится, вернись к своему истинному сердцу. Ты сможешь это сделать? Шпионить за Заксоном? Это превратилось в настоящую главную боль. Мне лучше поговорить об этом с Рюди и остальными. А пока вернемся к Худи. Блин, опять непонятно, что говорят. Понятно, какой-то таинственный хакер. Скармливает вам информацию о преступнике, который совершает набеги на ваш аккаунт. Какой-то таинственный хакер?
по имени Кейс скармливает вам информацию о преступнике, который совершил набег на твой аккаунт. Затем ты принял его одностороннее приглашение, пошел в убежище демонов, тебя приняли за своего, и теперь тебе нужно шпионить за Саксом. Да, я понимаю. Как будто не идете на такую очевидную ловушку, глупец. Я подумал, что происходит что-то подобное. Идиот! Больше не надо прятаться! Ты можешь рассказать нам все, что угодно отсюда. Не надо скрывать, а не прятаться. Так что же нам теперь делать? Рюди, неужели мы действительно позволим этому парню шпионить за ним? Перво-наперво мы должны сообщить Югу или Фею, что происходит. Киюсуки, пойдем со мной. Мы идем на форум ЗАГСа. Титоса, ты? Посмотри на Кей, верно? Ты не должен повторять мне дважды. Оставь это мне. Так, мне опять что-то написали. А, это, наверное, то, что я неправильно ответил на викторину. Неверно. Правильный ответ. Черный рыцарь Нумимон. You get next one. Попробуй в следующий раз. Ну, ничего не поделаешь. Так. А мне сейчас нужно идти на форум к Заксону. Заксон. Форум Заксона. А у них, кстати, стильный логотип. Я не вижу Югу или Фею поблизости. Ну что ж, пойдем поищем их. Что? Если их здесь нет, они, вероятно, где-то патрулируют вокруг Коулона. Я не хочу, чтобы Заксон думал, что Худи хочет их разозлить. Мы должны сообщить им о шпионаже как можно скорее. А давай разделимся, свяжись со мной, если найдешь Югу или Фей. Похоже, Юга и Фей отправились патрулировать Коулон. Думаю, я тоже пойду туда. Так, это форум Заксона. Ну, у них очень стильная толстовка, кстати. Мне нравится их толстовка. А еще бы больше бы мне нравилось, если бы эта толстовка была бы... цвета и с логотипом этого, демонов. И чтобы она имела цвет демонов. Вот тогда это вообще было бы идеально. Я не могу поверить во все набеги на аккаунты, которые происходили в последнее время. Мы должны поддерживать порядок в ЭДН. Так, вот я тут вижу, что-то лежит. Надо сразу подобрать. Получена память Фэй. Надо потом будет просмотреть. Так, ну здесь ничего интересного нет. Так, властный хакер Заксона. Джуд был легендарной хакерской командой, но это все в прошлом. Теперь пришло время Заксон принять эту мантию. Но не мантию, это принять это место. Блин, как правильно сказать-то? Теперь пришло время Заксону занять это место. Во, занять это место. Вот так вот правильнее звучит, мне кажется. Так, они пошли патрулировать Коулон. Хорошо. Так, это не то. Да, но только вот первый уровень или второй? А начнем с первого. Ну блин, сейчас лишний беготня будет. Так, подождите. Сначала мне нужно зайти в Дигилаб и сделать так, чтобы наш Дигимон эволюционировал.
Ну, давайте, пускай он будет эволюционировать вот в этого вот. Сохраним ему тип. Да. Что-то он как-то не очень выглядит. Так, хорошо, мы его отправляем в этот в Дигибанк и берем кого-нибудь другого на прокачку. Так, у нас свободно 4 единицы памяти. Так, 3 единицы памяти, 3. Ну, я даже не знаю. Отамон, да? Агумона уже нельзя взять. Ну ладно, пускай будет Лаламон. Так, стоп. Пускай он прокачивается. Блин, забыл, кого мы ищем. Одну зовут Фэй, а вот второго я не помню, как зовут. Так, на всякий случай сохранимся. Ну, я знаю то, что они пошли патрулировать Скулон, но какой уровень? Так, что там? The Outcast Team. Ну ладно, я лучше воспользуюсь помощью переводчика, чтобы корректно перевести эту фразу. Так. Остальным, кажется, нравится эта штука с Диглайн. Но весело ли это? Я этого не понимаю. А, так, подожди. А ты привыкнешь к этому, а затем начнешь получать удовольствие. Так, где-то здесь... Вот. Надо ускорить скорость перемещения. Ну, увеличить, а не ускорить. Так, похоже, я не туда иду, ну ладно. А, это второй уровень. Да, это второй уровень. А, давайте мы сначала полностью первый уровень исследуем, а уже потом на второй отправимся. Так. Ну, тут слабаки у нас одни. Мы их быстро уложим. Так, это должен быть вроде тупик. Так, хорошо. А здесь вроде как никого не видно. А значит, нам нужно на второй уровень идти.
なんとかなったね。 Так, Бабмон, на 120% уже прокачан. Так, ладно. Вам нужно 4 дигимона уровня новичка или выше, чтобы деактивировать стену уровня 2 или выше. Вы можете посмотреть, как использовать навыки взлома. Нажмите кнопку Y, чтобы открыть экран проигрывателя. Это очень важно, я скажу это еще раз. Если вы забыли, как использовать навыки взлома, просто проверьте меню игрока. Так, а может нам как раз сюда нужно идти? Так, это, кстати, я не то сделал. Так, вот, отлично, мы сейчас... Так, открыли проход. Ну, я не знаю, нужно ли мне идти туда или нет. Мне кажется, что нужно. Ага. Нас опять не пускают дальше. Вы не можете пройти здесь. Сделайте, сделай разворот. Хагер, заградивший путь. Да, мне похоже сюда нужно было. Если вы хотите пойти дальше, у меня есть для вас совет. Не спотыкайтесь. Если вы упадете, вылезти обратно уже нет возможности. Обязательно следите за своей походкой. Так, у нас здесь проход влево есть. Ага. Так, отлично. А, мы его можем починить. Это мистер Навит. Так, вот. Ах, мое тело вернулось, чтобы принюхиваться. А, принюхивается. Нормально, я так фыркаю. Счастливо. Что сейчас начну рыдать? Фыркать. Вот, спасибо за эти счастливые слезы. Счастливые воспоминания хакера номер 4. Капсула возрождения 3 штуки. Слушайте, а локация довольно-таки большая. Кагамонская медаль. Так, и здесь у нас есть новые дигимоны. Кстати, вот эта белка с ушами мне кого-то напоминает. Так, стоп. Понятно, а как попасть на верхнюю платформу? А я не могу туда попасть сейчас. Там как-то по обходному пути надо идти. О, новый дигимон. Кстати, вот этот вот черный дигимон мне нравится. Так, Black Tailmon. Он выглядит прикольно. Так. Получится сваншотить? Не получилось. Это вроде и есть Агумон. Да, Агумон.
Экспорт. Так, ладно, тогда пойдем направо. И мы, скорее всего, вернулись, но в другое место. А, стоп. Мы что, типа отсюда пришли? Блин, точно, это же вирус. Что-то я тупанул. У нас в приоритете класс идет, а уже потом тип. А повышение интеллекта. 2 штуки. Полезная вещь. Капсула возрождения. Интеллект никогда не бывает лишним. Деф... прикрепите Д. Так, там у нас тупик. Ну, а я вижу то, что у нас справа в углу есть еще один сундук, который нужно открыть. Еще один... А, подождите, а подобного Дигимона я уже встречал. Так, вакцина против вакцины. Ладно, пускай так будет. Так, вирус против данных. Это Дурумон. Тройной урон. Антияд. Ну, вот таким вот образом можно расходники фармить. Я пытаюсь сосредоточиться. Я работал над решением этой головоломки целую вечность, но ответ по-прежнему уклоняется от меня. Как мне найти девушку? Я должен знать. Кто-то сказал мне, что женщины сочли бы меня привлекательным, если бы у меня был Дигимон, но это должно быть нечто большее. Мне почти 30 лет, но я все еще холост. Ты должен мне помочь, пожалуйста. Не могли бы вы спросить что-нибудь для меня у 4 девушек на этом этаже? Спросите их, что мне нужно делать, когда у меня будет Дигимон. Возвращайтесь, когда услышите от всех 4 ответ. Ты что, обнаглел? Ясно. Знаешь что? Иди нафиг. Так, значит, мне все-таки нужно было на второй уровень идти. Так, ладно, тогда идем на второй уровень. Возможно, тот, кого я ищу, как раз-таки здесь и находится. А, сконфуженный хакер Заксона. Ненормальные статусы — это ужасно, особенно путаница. Вот почему так важно иметь оборудование, которое сопротивляется им и сводит их к нулю. みんなのおかげだよ。
Надеюсь, я двигаюсь в правильном направлении. Неужели мне надо было все-таки на третий уровень, а? Ну смотрите, я здесь никого не вижу. Блин, это еще и тупик. И здесь по-быстрому не перепрыгнуть. Не спрыгнуть на другую платформу. Придется по кругу оббегать. И если я ошибся, мне придется, блин, возвращаться опять по этому же маршруту. Что-то мне подсказывает, что я ошибся. Ну да, так и есть, я ошибся. Это означает, что мне нужно бежать обратно. Все-таки мне нужно было идти на третий этаж. Так, Лаламон уже до 14 уровня, кстати, прокачался. Не, если честно, мне уже надоели эти дикие дигимоны, которые нападают на меня. Так, все, вроде бы здесь... А, нет, здесь тоже на меня нападут. А, блин, я еще не туда побежал. Я хотел сказать, вроде бы здесь на меня уже не должны напасть. Это еще не та локация, где на меня не будут нападать. Та локация будет следующей. Так, Пёкамон. На 100% исследован. Но мне нужно 200. Блин, какую же я ошибку допустил? Так, мне, значит, надо 4 девушек найти на этой локации. Только я их вообще не видел. Блин, вот же, блин, надо было сначала с ним поговорить, а потом сюда идти. То есть, получается, я опять эту локацию прохожу заново. Слушайте, а в принципе, атака неплохая. Сразу по всей команде-то. Так, отлично, мы достигли максимального уровня.
Но обратно я пока что возвращаться не буду. Так, стоп. Давай с тобой поговорим. Что ты хочешь? У меня сегодня плохое настроение, но если ты сможешь победить меня в битве, может быть, я найду время для тебя. Блин, знал бы. Фу. Так. Давай вот так вот. Надеюсь, я убью его. Блин, не добил. Так, вирус против вакцины неэффективен. Нала, вирус добивает вирус. Так, у меня сейчас вариант. Либо прокачивать дигимонов, а либо по-быстрому выполнить квест. Обычно я не про... так, обычно я не проигрываю кому-то вроде тебя, но твое странное боевое лицо меня отталкивает. В любом случае, не будем на этом останавливаться. Да, опять что-то пишут. Постоянно мне что-то пишут. Проверь это. Вич, какой хабрид дигимон? Каришзе. Блин, меч. Что-то там меч, походу, использует. Какой дигимон использует меч? Сейчас посмотрим. Какой из этих двух дигимонов использует меч-то? Наверное, типа такого. Какой гибридный дигимон носит меч Рюгонкен? Если честно, я не знаю. Ой, я не то сделал. Гаймон, Сусамон, Кайсер, Геамон. Пускай Геамон будет. Сейчас быстро мы эволюционируем одного дигимона, Лаламона. Да, Лаламона вроде. И возьмем к себе в команду кого-нибудь другого дигимона, чтобы он тоже прокачивался. Дик Эволюшн. Так, Лаламон. О, смотрите, Лаламон тоже может в кактус эволюционировать. Ну, раз у нас уже кактус есть, давайте в кого-нибудь другого. Пускай будет... Так, стоп. Ага, либо мы сохраняем тип данные. Пускай будет вирус растения. Так, это какая-то птица. Давайте вот в этот. Этот дигимон похож чем-то на пенек. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Сейчас реально какой-нибудь пенек будет. Серьезно? Блин, это реально пенек. Как неожиданно. Дигимон, который силуэт выглядит как пенек, оказался пеньком. Так, Атамон, давайте его прокачаем тогда. Активируем спидхак. И пойдем выполнять задание вот этого вот чела, который сам не может поговорить с девушками, познакомиться. Так, вакцина против вируса. Данные. Блин, сейчас вирус против вакцины будет. Блин, я упал! Сейчас опять на меня какой-нибудь дигимон нападет. Серьезно? Молодая в душе девушка.
Вы хотите знать, как привлечь женщин с помощью Дигимона? Вы извращенец какой-то, Дигимон, помогите! А, слушайте, а у нее, блин, один Дигимон хороший. Он вроде высокого уровня, вот этот вот лист стоящий. Все гуманоидные Дигимоны, они реально высокого уровня. Вакцина против вируса. А, вирус против данных. Самое то. А, наверное, вот... Давай вот так вот. Ну, данные против данных будет неэффективно. Так, мы понизили еще и скорость ему. Так. Так, мы его и так добьем. Не будем тратить СП-поинты. Реномон. Извините за недоразумение. Мне нравятся парни с крутыми и крутыми дигимонами, как у тебя. Так, значит, идем сначала... Нет, сначала в том направлении идем. Там мы как раз прыгнем и... поговорим с четвертой девушкой. Блин, я не то сделал... А, нет, все нормально, все то. Да, вирус против данных. Данные против вакцины. Так, ошибка. А, ошибка про ответ Кайзер Геймон. Ну, get next. Попробуй в следующий раз. Леди офис морской фауны. Вы хотите, чтобы я рассказал вам, как привлечь женщин с помощью Дигимона? Что ж, это немного необычно, но я помогу тебе, если ты сможешь победить меня. Ух ты, ничего себе! Это что за Дигимон такой? Так, Гекамон! Давайте, наверное, Гекамона атаковать. Да, ему не повезло. У нас комбо сработало. Так, добиваем. Так, конечно, огненная атака будет неэффективна против воды, но зато вакцина будет эффективна против вируса. Если вы спросите меня, использование так. Жесткого Дигимона для спасения девушки это опасно. Так, от опасности обязательно покорит ее сердце. Так, и четвертая должна где-то быть здесь. Вот она. Так, не туда. Thank you.
Блин, мне вот это вот Дигимон напоминает кого-то из какого-то мультфильма, что ли. Так, вот там он у нас, кстати, максимального уровня стал. Ну ладно, я сражусь все-таки с последней девушкой. Просто неохота туда-сюда бегать. Хм, как привлечь женщин с помощью Дигимона? Я не разговариваю с чудаками. Возьми это. Такие люди, как вы, которые хорошо заботятся о своем Дигимоне, определенно произвели на меня хорошее впечатление. Прошу прощения за недоразумение. Только что? А, прошу за недоразумение, которое только что произошло. А, так. О, ты вернулся. Надеюсь, у вас есть для меня полезная информация. Вот и все. Вот как я могу найти настоящую любовь. А, спасибо, кто бы ты ни был. Я научу своего Дигимона быть настолько крутым и милым, насколько это возможно. Тогда я больше не буду одиноким. Итак, где же может быть любой из этих двоих? Теперь, когда я думаю об этом, я не знаю, как они выглядят. Ну, вон кто-то стоит. Хм. Ого. Это было близко. Обрати внимание, почему бы и нет. Я тоже не понял, что он сказал. Что случилось? Вы выглядите так, как будто видели привидение. Эх, шучу. Боже, как мне надоело это слышать все время в эти дни. Эй, это одежда. Вы тот хакер, который присоединился к Рюди? Хм, ну, думаю, вы без... думаю, вы бы нас назвали знакомыми. Ну, думаю, нас можно назвать знакомыми. Я знаю только их имена. В конце концов, эти парни знаменитости. Раньше они были в Иуде. Да ладно? Вы товарищи по команде и даже не знаете о Джуде? Думаю, они не говорят о прошлом. Вы хотите знать о Джуде, не так ли? Ах, какого черта? Я тебе скажу. Что я? Я могу сказать вам только то, что слышал. Это круто. Если да, то я вам скажу. Да, что-то вообще никак неправильно перевели. Я сам хочу знать, какими они были в последнее время. О, это ничего. Иди со мной. Пойдем поговорим. Так, мне что-то написали. Так, надо прочитать. Ошибка. Кайзер Геамон. Правильный ответ. Попробуешь в следующий раз. А, он с нами идет. Так, ну что ж. Так. Здесь у нас тупик. О, мистер Навит лежит. Так, это значит, нам надо направо идти. Да блин. Так, новый Дигимон. Так, огонь против
Так вот, его будем атаковать. Так, это не вода. Я не могу определить его атрибут. Тьма, наверное. Так, я же в этом направлении бежал. А, здесь тупик. Ясно. Ну просто здесь могут сундуки стоять с полезным лутом. Так, сюда. С этой стороны мы, короче, не спустимся к мистеру Навиту. Так. Вакцина против вируса. Вирус против данных. И данные против... Интересный Дигимон. Я его тоже впервые вижу. Я имею в виду про Дигимона у моего напарника, который сейчас со мной ходит. Опять та же самая же команда из Дигимонов. Блин, ладно, спрыгнем вниз. А просто хочу починить мистера Навита. Так, я что-то не помню, как... Так... А, вот это вот. Просто забыл, какая функция чинит мистера Навита. А, зевает. О, ты спас. Вау. Меня. Спасибо, храп. Ах, да, вот, зевота, храп. Опять те же самые же Дигимоны. Одна и та же группа меня постоянно атакует. Так, слева у нас вроде бы... А, там есть какой-то проход в... на другую локацию. Я просто хотел сразу проверить, есть ли там сундуки или нет. Чтобы потом не возвращаться. Ну, смотрите, опять та же самая же группа. Может быть, Дигимоны-то другие, но группа-то точно самая же. Мог бы добить, если бы атаковал бы этот Дигимон, давно бы закончили битву.
И сейчас опять такая же группа на меня нападет. Так, интересно, а у меня есть вирусов? Да, у меня есть вирус, но он на одну эволюцию ниже. Даже на две эволюции ниже. Так, он у нас кто? Он у нас ребенок. А это уже взрослый. Так, опять мне что-то написали. Я хочу спросить тебя кое о чем. It's a school fun. Это школа веселая? I don't go to... я не хожу сейчас в школу, но я буду... Но я вернусь однажды, когда решу свою проблему. Так, на этой локации я тоже ни разу не был. Странно. Я куда-то обратно возвращаюсь. А, все, я понял, где я сейчас нахожусь. Так, стоп. Как раз можно сходить в Дигилаб. У меня одного дигимона можно уже эволюционировать. А, так, мне, кстати, в комментариях написали, что если я буду деволюционировать, то у моего дигимона будет больше уровней. Например, у меня сейчас максимальный, допустим, 40-й уровень. Если я деволюционирую и потом снова прокачаюсь, то как бы у меня больше уровней, скорее всего, будет. Типа я до 50-го, скорее всего, типа смогу прокачать. Но это я образно говорю. Так, Атамон. А, в кого он эволюционирует? Рейрмон. Забавно. Это же этот дигимон-вонючка. Так, ну вот это я вот не знаю, кто такой. Защита 55 требуется. Геккамон. Так, как его посмотреть? Ну, что-то он какой-то не очень. Так, Сидрамон у меня уже есть. Так, может, кого-нибудь новенького? Такого у меня тоже нет. А, даже не знаю, давайте вот его прокачаем. Ну, то есть, в его эволюционируем. Какая-то механическая рыба. Слушайте, а в принципе неплохо выглядит. Я ожидал то, что дигимон куда хуже будет выглядеть. Ой, цирмон. Так. Я какого-то дигимона выкинул. Цирмона я выкинул. Так. А, Целамон. Нет. Вудамон. Так, это у нас кто? Взрослый? Да, взрослый. А, ребенок. А, так, могу ли я Дракумона взять с собой? Да, не могу. Так, сколько у меня свободно памяти? 4 единицы. А, Пиамон? Ну, давайте его возьмем. Посмотрим, в кого он может эволюционировать. Что-то у меня серия, блин, задержалась. Слишком длинная выйдет. Вы только что стали хакером, верно? Как я и думал.
Вы, конечно, выглядите достаточно зеленым, но это больше связано с вашими программами, Дигимон. Все в худи ими пользуются. Без шуток? И здесь я подумал, что этим парням нравится придерживаться старой школы. Думаю, люди меняются. Черт возьми, они попали под клятву Заксона, прежде чем я даже узнал об этом. О, извините, мы здесь, чтобы поговорить о Джуде, верно? Джуд был активен несколько лет назад. Digital Monsters тогда еще не были обнаружены. Хакеры будут использовать инструменты, которые они сделали сами для взлома. А еще был Джуд, самая большая хакерская команда. По крайней мере, вы слышали имя их лидера, верно? Арата Санада. Ну ладно тогда. Джуд была не только самой большой командой, но и обладателем самых технических знаний. А их заместителем был ваш лидер, Рюди Миссима. Что? Этот парень Арата Санада обладал навыками, но, ну скажем так, он был немного безрассудным. Рюди был своего рода его заместителем и всегда сопровождал его вроде как старший брат. Третьим в команде был Титуаса Имаи. Вы знаете, о ком я говорю? Этот парень всегда хорошо ладил с людьми и уменьшал трение в такой большой команде. Хотелось смазки для скрипящих колес. Он выглядит спокойным и хорошо разбирается в людях. С ним большинство споров разрешались бы сами собой. Еще несколько хакеров из команды могли бы собрать уникальное вредоносное ПО. Другими словами, у Джуда было все. Продуктивность, мобильность, что угодно. Так говорят. Но то, что сделал Джуда легендой, не его размер. Это было убеждением, которое они все разделяли. Заметьте, это не было жестоким правилом. Просто они одни из них не использовали взлом во зло. Просто ни один из них не использовал взлом во зло. Они действовали только для повышения своего мастерства или просто для удовлетворения своего любопытства. Бизнес полный ноль, тоже, я бы сказал. Что они взломали только потому, что были такими людьми. Вы не слышали о полной ноль? Это главный сервер, существующий с момента основания Эден. Он содержит все данные журнала, внесенные в Эден до настоящего времени. Другими словами, на самом деле, это самая большая крепость безопасности Эден. Взятие этой крепости сделало Джуда сильнейшей командой в Эден, как по названию, так и по делу. По крайней мере, было бы. То есть, если бы этот парень не появился. Какой парень? Нет, это ничего подобного. Как бы то ни было, Джуду не удалось завоевать полный ноль, и затем он просто так распался. Почему? Хорошо, теперь твоя очередь. Расскажи мне, чем были эти парни? Ты о чем? Ух ты! Черт возьми, только не эти ребята! Прекратите вмешиваться! Давайте победим их! Эти парни вызовут настоящий беспорядок, если мы оставим их в покое. Ты, должно быть, неплохо разбираешься, если ты часть Хьюди, верно? Рад слышать это, я рассчитываю на тебя, малыш. Рваная сеть. Ну, по сути, мы же урон. Ах ты ж. И сразу парализовал. Блин, надо было... все, мы урон наносим. Понятно. Так, предмет. Так, что у нас тут снимает? Паралич. Не, у меня есть, короче, один предмет, который повышает. Вот, то есть снимает паралич, но он и здоровье восстанавливает. Ну 100 единиц. Точно, не 1100.
Так, надо способностями атаковать. Хм. Надо было попытаться его парализовать. Если такое, конечно, возможно. Ну, что-то урон по нему вообще практически не проходит. Так, он нам еще и атаку понижает. Так, подождите, а может у меня есть понижение защиты? Скилл какой-нибудь. Снижение скорости цели на 10 единиц. Так, давайте ему скорость замерять тогда хотя бы будем. Так, а ты что умеешь делать? Увеличение скорости на 10%. Давай попробуем камнями атаковать. Так, ты у нас что умеешь? Давайте попробуем его оглушить. Да блин, он понижает всем нам атаку. Просто буду бить самыми... У, ничего себе! Сколько он урона нанес? А, буду бить самыми сильными способностями, которые у меня есть. Так, ладно, я просто буду использовать атакующие навыки. Так, отлично. Мы его почти добили. Так, чтобы уж наверняка. Фух, мы как-то справились. Эти вещи пугают меня всякий раз, когда я вижу их в Коулоне. Что? А на меня они и раньше нападали. Тебе лучше быть начеку. По словам исследователя Камишира по имени Суэда, эти вещи как-то связаны с феноменом, происходящим в реальном мире. О, ты тоже знаешь эту окаменелость? Он уверен, что все в порядке. Хорошего ученого не удержать, да? Опять на нас напали. Ого! О, Рюдзи пришел. На помощь. А, ты такой же неряшливый, как всегда, не так ли? Рюдзи! Прости, ты спас мой биг... Ты спас мою задницу. Не запутайся, я пришел не спасать тебя. А зачем ты вертишь пальцами? Финт Югу и Фей еще. Блин, я не понял. Финт, найди Югу и Фей. А, ты еще не нашел Югу и Фей? Югу и Фей. Нет. Блин. Опять на меня какие-то баги, что ли, нападают. Черт, они не сдаются. Еще кто-то пришел. Ну, у него прям дигимоны сильные. Кто бы это ни был. Кстати, вот сейчас дигимон был последний. Мне кажется, что моя пчела, Веспамон, как раз-таки будет эволюционировать в подобного дигимона. Вот они, походу. Мальчик-хакер в белом. Это было довольно опасно. Тебе где-нибудь больно? А, нигде не болит? Юга?
Хакер-головорез. Интересно, как это может быть? И посмотреть, кто это. Не, просто интересно, кто это может быть. Все остальное я не думаю, что нужно было переводить. Эй, Рюдзи, ты совсем недавно встречался с этим Арате Санадой, да? Я? А, нет. Что? А, так вот этот Арата. Да ладно, не раздай это, фейк. Что-то я вообще не понял, что он сказал. Ах, блин, кондуктор готов. Я Арата Санада. Приятно познакомиться, малыш. Так ты и есть тот самый Арата? Ты новичок, который только что присоединился к Худи? Это вроде все, это похоже все те члены той группировки, которая развалилась. Блин, я уже забыл, как она называется. Вот буквально пару минут назад говорили ее название. Я что-то не запомнил просто. А, понятно, у тебя хорошие глаза. Плюс, похоже, наши интересы совпадают. Что? А, вы пришли сюда только для того, чтобы познакомиться? Познакомить его? Ты привел его сюда, чтобы познакомить его с нами? Нет, у меня для вас отчет. Юго Джи Микен от колосса от Заксона. Конечно, я знаю. Мы с Феей только занимались этим вопросом. Этот набег на аккаунт Мефисто сделал... Похоже, что демоны каким-то образом замешаны. На этот набег на аккаунт Мефисто, похоже, как-то замешаны демоны. Я предполагаю, что они совершили набег на аккаунты, чтобы собрать средства для расширения влияния команды одним махом. Вы быстро усваиваете. Я хочу, чтобы вы оставили это дело нам. Если мы покажем здесь какую-либо слабость, это станет плохим примером для других хакеров, хакерских команд. Поддержи порядок в Эден своими руками. Поддержим порядок Эден своими руками. Вы не можете защитить Эден только с помощью силы. Если кто-то хочет уйти, мы не можем просто позволить ему уйти. Не каждый может определять, что правильно, а что нет. Если мы позволим этому произойти, кто помешает хакерам выйти из-под контроля? Не похоже, что каждый может контролировать себя с помощью убеждений, как когда-то все вы. Я верю в необходимость определения правил независимо от того, где вы находитесь. Все, что я говорю, это то, что хакеры не из тех людей, которых никто не связывает. Начнем с того, как вы, ребята, все делаете. Заткнись, Санада. Рюдзи, ты меня понимаешь? В конце концов, мы ничто. Ты сбежал. Тебе нечего говорить о хакерах Эден. Да, ты прав. Делай, что хочешь. Мне очень жаль, что мы не можем прийти к согласию по этому поводу. Хакеров и его калибра не так много. Я закончил говорить о нем. Юга, увяз в делах демона. Джим Кен приказал ему получить информацию о Заксон. Его? Мало ли он знал, что просил члена Хьюди шпионить в его пользу. Идеально. Тогда пусть он притворится, что шпионит за Заксон. Я прошу вас стать двойным агентом. Я хочу, чтобы вы связались с нами, если демоны сделают какие-нибудь шаги. Этот парень только что стал хакером Юга. Не проблема. Какой смысл в шпионе, лицо которого все знают в Эден? К тому же, он новичок для Худи, так что я уверен, что могу ему доверять. Ну, если ты настаиваешь, Юга. Тебе лучше делать свою работу правильно, детка. Вы можете приходить и уходить, когда хотите, на этом форуме. С сегодняшнего дня вы один из хакеров Заксон. О характере хакера можно судить по тому, как умело использует программы Дигимон. Потому что защита порядка Эден – первая обязанность хакера. Я молюсь, чтобы твои действия соответствовали опекуну.
Я думаю, что правильнее было бы перевести это как типа «Я надеюсь, ты не подведешь меня». Окей, я хранитель Эден. Я не понимаю, что он говорит, но, наверное, он удивлен тем, что происходит вообще здесь. А, Кей? Я случайно знаю хакер, который называет себя Кей. Нет, никогда о нем не слышал. А как насчет тебя, Фэй? А, он, наверное, спросил, а ты знаешь что-нибудь о хакере, который, типа, называет себя Кей? И вот, типа, они отвечают. Почему не могли добавить, блин, диалог для моего персонажа? Я вообще не понимаю, о чем он говорит. Не могу сказать, что это звонит в колокол. Да, что-то непонятно. Я думаю, что она говорит, не могу сказать, что где-то слышал его имя. Тем не менее, мы не знаем каждого хакера, работающего над нами. Почему вы спрашиваете? Он причина того, что этот парень замешан во всем этом. Возможно, он демонический хакер. Возможно, он хакеров из демонов. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы что-нибудь о нем услышите. Ты получил это. В конце концов, ты всегда хорошо для нас работаешь. Значит, вы сами стали жертвой плохого хакера. Тогда мне не придется ничего тебе объяснять. Вы достаточно хорошо знаете, какие страдания хакеры приносят тем, кто живет в Эден. Как говорит Арата Санада, я также считаю, что хакеры должны быть принципиально свободными. Но у свободы много толкований. Каждый должен найти для себя ответ. Я с нетерпением жду возможности увидеть, каким хакером станете вы. Похоже, скоро у нас будет для тебя большая работа. Я позвоню тебе. Этот парень действительно любит поговорить. А значит, ты слышал об Иуде и из Араты? Не верьте ни единому его... не верьте ни единому его слову. Он убежал, не защищая свою команду. Ничего не защитить без силы. Значит, мне надо стать сильнее. Да блин. Блин, здесь все стало довольно сумасшедшим. Все хакеры говорят о распаде Заксон. Это все, о чем я слышу в наши дни. Ты узнал что-нибудь о Кей? Не, Данг. Этот парень, он может быть довольно жестоким покупателем. Если моя разведка не поймает его, значит, он здесь недолго. Связался ли он с тобой с тех пор, Кьюсуки? Связывался ли он с тобой с тех пор, Кьюсуки? На самом деле, тогда нам просто нужно подождать и посмотреть. Это звонили из больницы. Эрика получила разрешение на выписку. О, круто! Рад слышать, что это не заняло много времени. Я очень рад. Я пойду за ней. Тем не менее, этот парень, Кей, интересно, почему он позвал тебя к демонам? На данный момент мы знаем, что ни один из целей Кей, Сига или Каябы не были преступниками. Он дал тебе неверную информацию, чтобы запутать тебя. Если да, то с какой целью? Не знаю. Да блин, когда закончится-то? Мне уж серию надо завершать. Думал, ты уже обо всем этом забыл. Давай пойдем домой. Дадут мне сохраниться, а? Наконец-то.